Связь и будем начинать. Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Отлично. Еще раз всем доброе утро. Я думаю, все меня знают, так что долго представляться не буду. Но сегодня я расскажу некоторые фишечки. Конечно, буду стараться побыстрее, потому что я могу затянуть. Но вы все знаете, что и держатель офиса, вот 1 марта у меня 10 лет. И плюс я уже давным-давно делаю 100 баллов на постоянной основе. А именно... В этом каталоге еще 100 баллов не оплачено, но уже 189 каталогов подряд я делаю 100 и более личных баллов. Вчера специально посчитала, это 10,5 лет, из них, как видите, почти все время, потому что скоро 11 лет, как я, даже не скоро, там через 4 месяца, как я в компании 11 лет. Поэтому, как видите, почти с самого начала. И обо всем сейчас расскажу. Ну, это решила вставить такое доказательство, что 76 у меня баллов уже оплаченных, и в неоплаченных еще 145. То есть 100% уже 100 есть, и на следующий каталог тоже немножко останется. У меня, в принципе, я всегда стараюсь оплачивать или 100, или доплачивать, если мало остается, до 150 личных, потому что все знаем, я думаю, все были на вебинаре, который очень классно провела Жанна Филимонова, и она про нюансики VIP-ов рассказывала. Я сегодня этой темы не касаюсь, но всегда стараюсь, если не хватает немного до 150, провожу 150, если нет, тогда, ну, ровно 100-105. Вот, и не могу не затронуть эту тему, не знаю, может кто-то не в курсе, поэтому расскажу, почему у меня столько много сейчас VIP, потому что я когда-то лет 6 назад впервые тогда в компании Faberlic была вот эта акция восстановление VIP-стажа. У меня так получилось, что я несколько лет делалась, потом, ну, сказать честно, я не ношу в голове личную информацию, но почему-то я не сделала 100 баллов. Даже не знаю почему. И так получилось, что я VIP-стаж потеряла. Очень быстро я восстановилась, снова начала делать 100 баллов. Но, чтобы вас не обмануть, или 63, или 67 VIP-ов я потеряла. То есть, представляете, если у нас в году 18 каталогов, то есть почти 4 года я делала 100 баллов, потом что-то произошло, я потеряла, ну, потеряла. И здесь, по-моему, 6 лет назад впервые в компании объявляют, что, мол, все VIP-консультанты, которые когда-то делали 100 баллов, ну, по каким-то причинам потеряли эту акцию, могут сделать, внимание, 200 личных баллов и смогут восстановить VIP-стаж. И вот тогда, как и что самое интересное, вы же все знаете, что у нас компания делает мега крутые таблички с отчетами. Так вот, там было написано, что я могу вот восстановить или 63, или 67 каталогов VIP-а. Понятное дело, я этой возможностью воспользовалась. Вот тогда, скажу честно, 200 личных баллов, ну, для меня, как бы сложновато делать. Но я, если ставлю цель, 100% к ней иду, и в итоге, вот вы все видели, что уже 180, вот еще чуть-чуть оплачу, и будет 190 каталогов, почти 11 лет я делаю 100 баллов. Почему я заострила на этом внимание? Потому что, посмотрите, в каталоге 4, то есть в этом каталоге, все-все вы можете восстановить VIP-стаж, но, внимание, выполнив 100 личных баллов. Представляете, как компания пошла на уступки? То есть, кто делает 100 баллов, пожалуйста, делайте. Но кто по каким-то причинам год, два, три назад перестал делать эти 100 баллов, даже если вы, к примеру, допустим, там 8 каталогов были, потом на год слетели, потом опять 5 каталогов были, вот это все суммируется и восстановится. И в итоге, к примеру, вы очень часто смотрели, вот, допустим,
ну, даже в пример меня, вот я показываю, снимаю видео, новинки каталога, вы думаете, как она это покупает, потому что я VIP-консультант с огромным стажем, но уже с 9 каталогов вы можете тоже заказывать новинки. И представляете, если вы только, допустим, в прошлом каталоге сделали 100 баллов, в этом собираетесь, потому что хотите на акцию идти, а давным-давно тоже делали, тут вуаля, в следующем каталоге вам автоматически добавятся новинки. Почему? Потому что вы восстановили VIP-стаж. А может кто-то, как и я, хочет брать с 70% скидкой одежду. Мы знаем, что VIP может одну штучку уже брать от 50%. Стаж 50, а у тебя только 13, кажется, о, мне еще до 50 целый год. Тут вуаля, тебе восстанавливают VIP-стаж, и у тебя уже 47, к примеру. И всего лишь осталось 3 каталога, и ты уже сможешь брать одежду. Поэтому, девчонки, просто обязательно воспользуйтесь этой возможностью сами, и не забываем, что в отчетах у нас все показано, конечно, этого не касалось, потому что, как говорится, у нас другая тема, но обязательно познакомьтесь с отчетом, посмотрите свою структуру и уведомьте всех-всех-всех своих консультантов, у которых есть мега крутая возможность. И плюс, конечно, сразу расскажите, что автоматически ты участвуешь в акции на парогенератор, поэтому обратите внимание. Я этим воспользовалась много лет назад и до сих пор с радостью всем рассказываю. Итак, сейчас переходим немножко к арифметике, математике. Расскажу про стоимость балла. В России ничего не менялось, в Беларуси у нас пару каталогов, я даже не помню, в каком каталоге стоимость изменилась. Значит, один балл у нас всегда, в основном есть два критерия, то есть целые баллы и половинчатые баллы. Половинчатые баллы – это что в первую очередь? То, что компания сама лично не производит, а где-то может заказывать. Или же это одежда, белье, вот аксессуары 100%. И также все-все-все, что идет на акции. Об этом я сегодня остановлюсь на этой теме обязательно, но вы просто это должны знать для чего? Чтобы контролировать даже свои расходы. Вот если заказ, ну, люди заказали, ваши клиенты, родственники, друзья, хорошо, но чтобы не переплачивать намного больше, можно контролировать свои расходы, и об этом я сегодня вам расскажу. Итак, один полноценный балл в России 75 рублей, в Беларуси 2,5 белорусских рубля. Поэтому всегда высокобальная продукция – это косметика, это парфюмерия, это витамины и это косметика для дома, которая не на акции. Об этом тоже я обращу ваше внимание. Половинчатый балл в России, то есть что значит половинчатый? То есть два раза больше. В России 150 рублей половинчатый балл, у нас 5 рублей. Об этом я уже сказала. Акционный товар, то, что компания лично не производит, то есть это различные чайники, вот допустим, что у нас там, скрипки, вот различные вот эти аксессуарчики для кухни, там полотенечко, то все. Вы все, когда покупаете, там написано, где производитель. То есть компания Faberlic у одних производителей заказала, под заказ отшили или же произвели, и компании Faberlic доставили, то есть она сама не делает, она платила энную сумму за это производство, и понятное дело, она не может по дешевке, можно сказать, посчитать балл. Вот. Из 16 каталога здесь, что я могу сказать, в России, скажу честно, не знаю, но обращаю внимание на Беларусь, что с 16 каталога категория Wellness считается по 3 рубля 17 копеек за балл. Для чего вам это нужно знать? Для того, чтобы посчитать, сколько дает баллов, если, к примеру, каталога нет под рукой. Очень классно, что совсем недавно у нас, в России не знаю, но в Беларуси совсем недавно, может, каталогов 5 назад, начали под каждым товаром печатать количество баллов. Это очень классно и для новичков,
и для всех нас. Но если вдруг каталога нет, очень быстро можно высчитать количество баллов. Как мы это делаем? Значит, если кто-то... Кстати, поставьте, пожалуйста, единички, кто умеет высчитывать балл без каталога, без того, чтобы зайти в приложение или на сайт, чтобы быстренько высчитать примерное количество баллов. Значит, как я уже сказала, во всех странах, в основном во всех даже сетевых компаниях, каждый продукт исчисляется каким-то количеством баллов. Итак, у нас, я уже сказала, 1 балл на парфюмерно-косметическую продукцию равен 2,5 рубля. Кроме товаров по суперакциям, то, что я сказала, где половинчатые, на одежду, белье, колготы, аксессуары 5 рублей. Итак, слышно что-то, я смотрю, никто не поставил единички, не умеете высчитывать. И, к примеру, берем парфюм, который не на акции, вот, допустим, Beauty Cafe. Если не на акции, так как я в Беларуси, я больше ориентируюсь в белорусских рублях, по каталогу эта водичка стоит 28 рублей 99 копеек. Значит, высчитываем 26%. Почему я здесь высчитываю 26%? Потому что мы говорим про 100 баллов. Уже логически, если вы делаете 100 баллов, у вас скидка 26%. Значит, цена склада будет 21 рубль 45 копеек. Делим на 2,5 рубля. Что нет? Не слышно? Или слышно? Или не знаем, как высчитывать. Делим на 2,5 рубля, и в итоге парфюм за 28 рублей 99 копеек стоит 8 рублей 58 копеек. Вот. Ну, кстати, да, в странах есть отличие между баллами, между всеми странами, если сравнить. Согласна. Дальше вот смотрим, к примеру, платье. В каталоге 86 рублей 99 копеек, цена склада 69 рублей 52 копейки, скидка 20%. Почему? Потому что я в предыдущем слайде рассказывала, что одежда, белье, аксессуары, колготы, скидка 20%. Здесь мы не учитываем, конечно, доставку. И в итоге делим, так как это половинчатые баллы, на 5 сумму 69 рублей 59 копеек. И выходит 13,92 балла. Посмотрите. Ну, конечно, здесь не очень хорошо видно, но что-то, вот вода стоила 21 рубль, 8 баллов. Платье стоит почти 70 рублей, 13 баллов. Уже, конечно, выгоднее брать парфюмерию, но в чем суть? Хорошо, что у нас есть платья, ну, например, как я, фанат платья, кстати, сейчас уже немножко переболела, перехожу на спортивное. Различная одежда, белье и так далее. Почему? Потому что мы все можем купить в компании Faberlic у себя в личном магазине, и это очень и очень круто. Вот отсюда и я делаю постоянно 100 баллов, потому что я полностью все покупаю здесь. Как я всегда смеюсь, у нас нет туалетной бумаги, мусорных пакетов и косметических дисков. Остальное все полностью. Но, кстати, я приспособилась и покупаю. Мне, кстати, подсказала моя девочка-консультант. Она берет пакеты большие вот эти за 19 копеек и использует как мусорные пакеты. Ну, она мне так по секрету сказала: ты не обижайся. Говорю: ну, что я буду обижаться? Ты купила, применяй как хочешь. Поэтому я тоже пару раз пробовала. Правда, они очень большие, но всякое бывает, когда нужны огромные пакеты, почему бы нет? Вот. А сейчас сравним одно и то же средство, как лучше покупать. Итак, берем самое популярное, любое средство для посуды. Если оно у нас без акции, в каталоге стоит 6 рублей 59 копеек, это, опять же, применяем скидку 26%, потому что мы же с вами делаем 100 баллов. Это своя цена 4 рубля 88 копеек, и это средство дает 1 балл, 1,95 балла, то есть почти 2 балла. Если же мы берем средство для посуды
за 4 рубля 59 копеек, то есть то, которое сейчас на акции, это своя цена, идет у нас 3 рубля 40 копеек, и оно дает у нас всего лишь 0,68 балла. И вот здесь очень хорошо видно, что такое половинчатый балл по стоимости, девчонки. То есть там балл стоил 2,5 рубля, а в другом случае балл стоил 5 рублей. Но по сравнению с баллами мы теряем почти в 3 раза. Потому что если на половину, то это было бы 1,30 с чем-то баллов, а здесь почти 2. Поэтому, если сравнить по покупкам, если мы берем все по полноценным баллам, тогда мы заплатим 250 рублей за 100 баллов. Так, что-то у меня включается. 250 рублей. Это без акций, без одежды и так далее и тому подобное. Если же мы берем только акционный товар, одежду и так далее, будьте готовы заплатить 500 рублей за 100 баллов. Понятное дело, ну я не знаю, как вы, я делаю все маленькими заказиками, то есть собрался у меня минимальный заказ, я его сразу утвердила. Собрался у меня минимальный заказ, я его сразу утвердила. Иногда приходит даже по 7, по 10 заказов в одну поставку просто моих. Мне так проще. Ну, так как у меня офис, мне, как говорится, все равно. Если вы ходите или там ездите за заказом, конечно, вам выгоднее, чтобы 100 раз на ПВ не ездить, сделать одним или двумя заказами. Но обратите на это внимание. Но так как в основном идет смежные, вот видите, у вас еще и доставка есть. Да, вот видите. Я на это не обращаю внимания, потому что у нас нет, и, как говорится, работаешь по привычке. Но в основном же всегда есть и акционный товар, и полноценный товар, и одежда, и так далее. В итоге в среднем где-то 100 баллов стоит 400 рублей. Для чего я здесь обратила внимание вот так подробно на вот эту арифметику, математику, чтобы вы всегда, когда вдруг у вас не хватает баллов, вы лучше закажите товар подороже, да, вы заплатите чуть-чуть дороже, но вам нужно будет меньше добирать товара до определенного количества баллов. Почему, если у меня где-то не хватает каких-то баллов, вот допустим, мне до 100 баллов, остается неделя, к примеру, мне до 100 баллов не хватает 13 баллов. Первое, что я делаю, я еще раз внимательно просматриваю каталог и цены на парфюм. Просмотрела, обратила внимание, какая водичка сейчас на акции, и быстренько, ну, у меня просто хорошая память. Если вы это не помните, я буду рассказывать, заведите тетрадь. Я быстренько вспоминаю, кто этой водичкой пользуется. И сразу своим вот покупателям, которые со мной уже очень много лет, сразу пишу: «Привет, вот допустим водичка Алатау, привет, сейчас твоя вода на акции 12 рублей». То есть так как он покупатель, я делаю ей скидку. Плюс вот эта девочка у меня зарегистрирована, просто делает заказы редко. Так как у нее нет минимального заказа, я это могу сделать на себя. Привет, твоя вода на акции. Если хочешь, могу взять. Обычно она 17 рублей. Ну, опять же, в белорусских я рассказываю. Сейчас 14. То есть, как говорится, 3-4 рубля на дороге не валялись. И говорю, могу взять за 12 рублей. Да, конечно, вот уже 5 баллов, допустим, у меня есть. Потом, в прошлом, допустим, каталоге, классная вода мужская была на акции. Я знаю тех девчонок, которые постоянно эту воду берут. Я уведомила, в итоге 3 воды. Вот вам, пожалуйста, не заказав ничего лишнего, сделав людям скидку, я добрала до 100 баллов. Если мне нужно 13 баллов, а я, к примеру, набрала 20, значит, если по
позволяет сумма. Я разделяю этот заказ на два заказа и в итоге оплачиваю тот, где 13-14 баллов, а остальная сумма баллов остается мне на следующий каталог. Кому понятно, вот это моя такая махинация. Поставьте, пожалуйста, двоечки. Еще раз повторюсь, я рассказываю, как я работаю. Ваша задача – хотите – делайте, хотите – не делайте. Так, отлично. И вот здесь специально показываю половинчатые баллы. Значит, помним, половинчатый балл – 5 рублей, 1 балл. Вот вам, пожалуйста, гольфы. Значит, своя цена 3 рубля 43 копейки, значит, вот вам, пожалуйста, 0,69. Если бы это, к примеру, даже, ну, просто таких цен нет, если, к примеру, это был парфюм, уже было бы чуть побольше. А здесь идет половинчатый балл. Вот кеды. Значит, 1 балл 5 рублей, здесь 10 баллов, вот поэтому и стоит товар 51 рубль. Почему? Потому что 10,21 балла. Все полностью показывается, тем более, еще раз повторюсь, сейчас под в каталоге все пишется. Значит, что такое акционный товар? То, что я говорила, 1 балл 5 белорусских рублей или 150 российских. Значит, сейчас уже баллы есть в каждом каталоге, но это то, что всегда идет на акции. То есть любые два продукта, там такая-то цена, или же там крем дневной и ночной, такая же цена. Дальше. Все, что идет по купи на определенную сумму, помада по такой-то. Да, 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 да. Но о чем я говорю? Что покупатели пусть покупают это, а вы для себя, девчонки, если у вас баллов предостаточно, конечно, все считают деньги, конечно, берите тоже акционный товар. Но если у вас не хватает, к примеру, 2 балла, то вы лучше возьмите средство для посуды, которое подороже, чем средство для посуды, которое подешевле, и вам надо взять 3 средства для посуды. В итоге одно взяла, а остальное думай, или подарить, или продать, или про запас себе на полгода взяла. Вот, вот на это я обязательно обращаю внимание. То есть все то, что идет по акции, при покупке по каталогу на 14 рублей 49 копеек, там помада, пудра, блеск, лак и так далее, это все идет половинчатые баллы. Пусть покупатели, еще раз повторяюсь, смотрят, а мы, если вдруг что, берем целые баллы. То же самое мы сейчас все с вами работаем картинками. Всегда в каждую картинку, кроме вот этих акционных товаров, добавляйте 1-2 продукт по полным баллам. В итоге разница в сумме будет не сильно значительная, но эта картиночка вам будет давать, особенно что касается бытовой, не 4 балла, а будет давать 7 баллов. Уже 3 балла на дороге не валяется. Что-то у меня какая-то интересная поговорка появилась. Вот здесь же в каталоге, заметьте, это же маркетинг-ход. Те, кто создают каталоги, они же все прекрасно понимают. То, что крупным, на то быстрее всего и обращают внимание люди. А мы с вами знаем, что у нас огромное количество выбора и кондиционеров, и средств для духовок. Раньше было одно, сейчас 3. И освежителей, и для посуды, и мыло для кухни, и так далее, и тому подобное. И всегда одно сейчас на акции, второе дорогое. Одно сейчас на акции, второе дорогое. Понятное дело, покупатели все смотрят на то, что подешевле. Но вы посмотрите, ну, в принципе, наверное, видно, что вот средства для посуды, то, что я говорила, 4,59, 0,68 балла, а средства для посуды, которые 6,59, 1,95 балла. Опять же, мыло, которое на акции по 3,19, 0,47 балла, а мыло, которое по 4,89, 1,45 балла. То есть, представьте, просто на жидком мыле для кухни в 3 раза больше баллов. А по своей цене мыло для кухни
3 рубля 62 копейки, которая подороже, или же 2 рубля 36 копеек, которая подешевле. Разница, грубо говоря, в рубль 30. Ну что у нас только хлеб стоит, к примеру. То есть вы как бы меньше хлеба скушаете, ничего страшного, худеем. Но в 3 раза больше нам дает баллов. Поэтому еще раз говорю, если у вас заказали дешевое, допустим, мыло для кухни, тирамису, конечно, мы человеку закажем тирамису, он хочет за 3 рубля. Но о себе возьмите подороже, чтобы меньше потом платить. Потому что это парфюмерия. И специально сделала вчера скрин своего покупателя, который со мной уже вот 10 лет, даже больше, которая раньше делала или минимальные заказы, или иногда даже не было заказов. Она звонила мне, у меня не собрался минимальный заказ, закажи на себя то-то, то-то, то-то. Когда мы узнали про первую акцию, когда дарят технику, пылесос, я всех-всех-всех своих постоянных покупателей, которые со мной очень много лет, тем более еще раз хочу сказать, что 80-85% обслуживающихся у меня на офисе – это моя структура. Да, это может быть не первая линия, это может быть глубина, потому что у меня много лидеров и лидеры из моего города. Но, еще раз повторюсь, это все мои люди, поэтому, как говорится, всех я знаю. В итоге всех постоянных своих покупателей я уведомила про пылесос. Всех, кто знаю, а, кстати, обязательно, девчонки, пока помню, уведомьте тех, из своих покупателей или же потребителей, кто в нескольких сетевых, значит, они умеют продавать. И вы их просто заинтересуете, заинтригуйте нашими подарками. 100% не все, но очень многие заинтересуются. Так вот, я ей рассказала про пылесос. Мы помним, это был 19-й год, конец 19-го года. Она, ой, я не знаю, или у меня получится, или то, или все. Ну, попробовать, почему бы нет. И с тех пор она постоянно, не знаю, что она там своим покупателям говорила, постоянно, постоянно, постоянно делает 100 и более баллов. Пару каталогов назад, перед Новым годом, у нее было даже 300 личных баллов. У нее шикарно берут одежду, белье, белье Флоранж. А почему? Потому что она сама все полностью это носит. Вчера приходит за заказом в наших велюровых леггинсах, в шапке нашей. Я стабильно знаю, что белье у нас наше. И в итоге, когда ты рассказываешь своим покупателям, вот особенно обрати внимание там на колготы, на то, на сё, как только вы скажете человеку, обрати внимание, что у нас есть и то, и то, и то, человек 100% сразу посмотрит на вас и скажет, а у тебя майка Faberlic? А, не, знаете, я там купила, была на акции. Все, девочки, вы сразу потеряли своего клиента. Почему все знают, что я хожу в Faberlic? Это не значит, что я там фанат, фанат и там все. Нет, это значит, что я знаю на 100%, что качество изумительное, с бельем ничего не становится, ты просто меняешь его, потому что оно у тебя уже надоело. Вот кто пробовал наше белье, согласится на 100%. Вещи тоже носятся мега круто. Водолазки и так далее, никаких катышков. Максимум, что я сама сзади испортила водолазку, потому что у меня в куртке вешалка, цепь, и в итоге эта цепь мне наделала затяжечек. Все. И я с этим, девчонки, столкнулась миллион раз, особенно работая на ПВ. Когда человек к нам приходит, как бы сразу видно, когда человек теряется, когда человек первый раз, вы у нас были, нет, у нас можно покупать все по ценам склада, кроме парфюмерии есть то, 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 то. И я заметила, когда я начинаю говорить, я сразу на себя бац, а оказывается, я сегодня в толстовке не Faberlic, допустим. Хотела привести на автомате, что я в толстовке Faberlic. Поэтому у меня принцип,
Я почти все время на офис хожу в одежде Фаберлик, ну, про белье, гольфы и так далее, я уже молчу. Парфюм только Фаберлик. Да, у меня не только Фаберлик. Я могу себе позволить любой парфюм, поэтому у меня дома 17 водичек. Но у меня принцип. На офис я только пользуюсь водичками Фаберлик. Почему и вам это рассказываю? Когда вы будете что-то где-то говорить про помаду, про тушь и так далее и тому подобное, человек сразу посмотрит на вас, на ваше лицо, а вы даже не накрашены. Про какую вы тушь можете говорить, если сами не пользуетесь? Вы, может быть, один раз в жизни вышли на эту улицу не накрашенные, но вы уже потеряли клиента, потому что вы ей рассказываете, какой классный у нас кушон тональный. Я таких в мире никогда не видела. А вы вообще без макияжа. Поэтому, если хотите иметь хорошие баллы, если хотите, чтобы ваши клиенты вам верили и оставались с вами всегда, у вас в сумочке должен быть не только каталог, но и помада, ну, одним словом, косметичка. Ну, конечно, не вся, у меня косметичка моя, это целая шуфляда в комоде, поэтому как бы я такое не поношу, но должна быть косметичка, где помада, тушь, пудра, зеркальце, гигиеническая помада, что там еще, мини-флакончик духов, это все должно быть Фаберлик, влажные салфетки, кстати, девочки, обратите внимание на влажные салфетки наши, даже не для снятия макияжа. У меня чувствительные глаза, очень часто через часов 6-7 резко начинает печь, мне надо срочно, если особенно я в дороге, смывать косметику. Еще раз повторюсь, у меня только Фаберлик. Любые наши влажные салфетки шикарно смывают нашу тушь. Шикарно. То есть не салфетки для снятия макияжа, а обычные. То есть это могут быть детские, неважно, они шикарно смывают нашу тушь. Так вот, возвращаемся к моему покупателю. Она уже вот с 19 года делает 100 баллов. В прошлом каталоге, просто что-то я забыла найти, у нее было 186, по-моему, личных баллов и 220 групповых. Рассказываю про 220 групповых. Она просто покупатель, который умеет продавать. Она не в бизнесе. Но мы все с вами знаем, когда ты делаешь 100 личных баллов, тебе компания Фаберлик регистрирует в структуру людей. Чтобы это было, кстати, у кого нет такой возможности, или кто только начинает делать 100 баллов, вот, кстати, про это я не подумала, не сделала скрин, рассказываю словами, только сделайте обязательно сегодня. Вам нужно зайти в личный кабинет, личные данные, и там есть вопросик «Разрешить регистрировать мне потенциальных покупателей». Вам нужно поставить птичку и снизу нажать «Сохранить». Иначе, если вы будете делать 100 баллов, как только оставляется заявка на сайте, и этот покупатель с вашего города, поселка или с вашего района, и если вы по VIP-стажу, ваша очередь, вам автоматически идет регистрация. Так вот, вот у этой женщины, она не в бизнесе, ну, человек 15 точно есть в структуре. Я ей это все рассказала, тебе периодически будут приходить смски о новом покупателе, не пугайся, ты с ними не связывайся, с ними работаю я. И в итоге она делает свои баллы, те люди, которые к ней пришли, которые... ну, которым нужно что-то где-то купить, они себе покупают, и в итоге, смотрите, 180 личных, в итоге групповых всех всяких 220, и смотрите, какая у нее была скидка. Первый заказ у нее, нет, первый у нее был на 62, здесь просто автозаказ основной, вот она заказала на 62 рубля по каталогу, 48 своя, скидка 31 рубль 36 копеек к оплате 17,93. Второй заказ, много там одежды, пошел на автозаказ, которая скидка осталась, она досписалась. В итоге, суммируем, человек получил 43 там с копейками рубля за 220 ОЛГ. Скажите, пожалуйста, круто?
43 рубля хотела перевести в доллары, но все знаем, что у нас вчера произошел бум, поэтому 43 рубля. Как вам такая новость? И заметьте, это простой покупатель, это не партнер. И про это нужно всегда рассказывать. Почему я ее всего лишь научила? 100 баллов ты делаешь, у тебя такая-то скидка. Если ты делаешь 150, у тебя идет дополнительная скидка 10% твоего товарооборота. И она знает, что если, к примеру, у нее 187 или же там 300, но она просто уже смотрит ОЛГ, она всегда лично добирает даже 200. И, кстати, когда у нее была скидка, не скидка, а личных баллов 300, у нее была скидка почти 100 рублей. Просто мега крутая скидка. Всего лишь, что она сама полностью перешла на Faberlic, и у нее пару есть клиентов. Так, что-то у меня не листается слайдик. Вот. Так, как я делаю 100 баллов? Некоторые нюансики я вам уже рассказала, поэтому сейчас быстренько их перечислю. Значит, первое. Я никому не хочу платить выручку. А о чем я это говорю? Что я все полностью покупаю у себя. Просто нужно взять привычку. Не вспомнить о том, что у тебя закончилась тушь, когда она уже закончилась. И в зависимости от того, как у вас доставка, а вам иногда нужно краситься, вы же не будете неделю ходить не накрашенной или там поплевывать на вот эту тушь, когда тушь закончилась. Поэтому у меня есть привычка. Тем более вы знаете, что где-то есть акционный товар, а где-то есть дорогой товар. И еще раз повторюсь, чтобы вы не думали, что я сама себе противоречу, так как я легко делаю 100 баллов, я могу покупать и акционный товар. Вот, поэтому, допустим, у меня есть любимая моя тушь 57-54 с изогнутой кисточкой. Она, если без акции, 10 рублей. Но периодически она бывает на распродажах по 5 рублей. Грубо говоря, в 2 раза меньше. Почему бы не сэкономить? Поэтому, как только она на акции, хотя у меня еще та тушь хорошая, я беру одну про запас. А сказать честно, я беру 3. Почему? Потому что, когда ты кому-то что-то рассказываешь про тушь и так далее, всегда человек спросит, что? А ты какой пользуешься? Я специально занесла у меня на витрине, на образце моя тушь, и плюс еще моя тушь возле ноутбука. Почему? Когда человек спрашивает, я сразу быстренько достаю тушь и показываю. Вот это моя любимая. Вот. И очень часто спрашивают, у тебя есть тушь, закончилась? Очень хорошо. Мы все с вами знаем, как люди лучше берут и покупают. Ну, я имею в виду ваши знакомые. Когда у тебя есть что-то в наличии. Вот где-то кто-то идет на праздник, кому-то что-то где-то нужно. Поэтому очень классно, когда что-то есть в наличии. Но как я к этому пришла, опять же скажу, что я к Faberlic отношусь как к личному интернет-магазину. То есть я дарю всем только Faberlic, только Faberlic. У меня вот на столе стоит наш домик, где на каждом месяце есть пометочки, обведены какие-то определенные праздники. То есть только начинается месяц, я знаю, у кого в этом месяце день рождения. И так как это твои родные и близкие, ты примерно знаешь, кому что нужно. Вот, допустим, даже если я знаю, что этот человек пользуется Faberlic, но так как этот человек обслуживается у меня, я прекрасно знаю, что белье она наше не пробовала. В итоге будет ее день рождения. Я заказала ей шикарный комплектик. А так как я могу брать одежду и белье с 70% скидкой, я совсем взяла по дешевке. В один каталог взяла бюстгальтер, во второй каталог взяла трусики. На следующий месяц у меня готовый подарочный пакетик. Все, комплектик преподнесен. Кому-то кошелек, вот, допустим, я как VIP с огромным стажем, у меня есть бизнес-аксессуары, благо они у нас обновились. Кошельки, но они идут долго у нас, целый месяц, но у меня всегда есть в запасе кошелек.
на всякий случай. Вот. Но, правда, бизнес-аксессуары не дают баллов совсем. Дальше. Я поддерживаю тесную связь с клиентами. О чем? Я говорю, что я не стараюсь на них, грубо говоря, навариться, там где-то что-то обмануть и так далее. То есть, опять же, возвращаемся, допустим, к Алатау. Вот в прошлом каталоге она была 17 рублей. К примеру, мне пишет эта Юлия, что, мол, привет, сколько там стоит сейчас вода, у меня заканчивается. Я всегда спрашиваю, тебе срочно или нет? Ну да нет, еще там на недельки две хватит. Говорю, смотри, сейчас она 17 рублей, в следующем каталоге она будет 14 рублей. Я тебе вообще могу сделать за 12, поэтому если хочешь, закажу через 2 недели. О, поняла, хорошо. Все, в итоге у меня на следующий каталог уже есть один заказ. Водичка Алатау. Тем более сейчас, девчонки, у нас есть мега крутое обучение про бьюти-чат. То есть раньше я этим принципом, можно сказать, работала, но я что? Всем писала в личку, в личку. Хорошо, что хотя бы у нас Вайбер появился. А раньше и Вайбера-то не было. Нужно было всем звонить. А сейчас, во-первых, у нас есть мессенджеры. Во-вторых, мы можем создать всех своих клиентов, добавить в бьюти-чат. Но сразу говорю, так как это ваш бьюти-чат, как вы его преподнесете, так в нем и будут работать, помогать с баллами ваши клиенты. Поэтому не просто всех добавили в сообщество, бац-бац-бац, а потом вуаля, еще и Вайбер заблокировали. Нет, красиво всех пригласите в личку и намекните, что, может, у тебя есть знакомые, которые тоже хотят знать про акции и покупать по скидкам. Добавь, пожалуйста, в это сообщество. Здесь у меня ничего нет, этому я вас не обучаю. Почему? Потому что у нас есть отдельный чат по ведению бьюти чата, которым курирует Жанна Филимонова. Все можно узнать там. Если вас там нет, пишите вашему наставнику, он вас добавит. Но это нужно применять. Но и есть одно но. Не будьте сразу, ну, не расстраивайтесь, что оно сразу может не сработать. Я, кстати, сама завела бьюти-чат 2 каталога назад. Первый каталог почти было пусто, заказали только салфетки против пятен. В прошлом каталоге уже побольше, уже 2 маловтелина, все знаем, что он дает хорошие баллы, один наборчик мужской из наборов, так, и 2 больших жидких мыла. Ну, у нас был каталог короткий, плюс, кто в курсе, я приболела немножко, но все равно он у меня всего лишь 2 каталога. Почему у меня до этого не было бьюти-чата? Потому что, еще раз повторюсь, у меня мои друзья, знакомые отработаны за это время на 100%, и все зарегистрированы. Поэтому я сейчас добавила к себе в бьюти-чат тех, кто у меня покупает, ну, их мало на самом деле, и своих консультантов, которые зарегистрированы и покупают очень-очень редко. С какой я так это сделала целью? То есть, если человек захочет целый набор, и это минимальный заказ, я сделаю заказ на нее. Если же человек хочет, к примеру, просто тушь мою любимую, ну, значит, я эту тушь закажу ей на себя и сделаю со скидкой 18%. Почему я делаю скидку 18%? Потому что, еще раз повторюсь, чтобы потом, когда человек или когда был зарегистрирован, или когда будет зарегистрирован, чтобы не спрашивал, а почему у тебя скидка 20, допустим, процентов, а здесь у меня 18. То есть, чтобы потом не рассказывать про доставку. Вы сами тоже себе курируете. Дальше, скидку 26, еще раз рассказываю, я не делаю никому, кроме там мама, папа и так далее, но если коснуться маму, папу и брата, я всем дарю. То есть я с них вообще денег не беру. Вот. Почему я это рассказываю? Потому что я столкнулась, опять же, делюсь опытом за 11 лет, что, что бы вы ни говорили, когда-нибудь каждый из них или у тебя зарегистрируется, или где-то в интернете он зарегистрируется. И в итоге, особенно если он зарегистрируется в тебя, потом он откажется делать заказы. Почему? Потому что ты их приучила делать скидку 26%,
А он зарегистрировался, у него будет 20. И что они подумают? Обман. И в итоге вы еще будете и виновата. Кстати, я таким вот образом порегистрировала всех мам своих крестников. Еще раз повторюсь, так как я всем-всем-всем дарю подарки, а очень классно, что почти есть пункты выдачи, иногда нет возможности выехать. И я просто отправляла детям подарки. И, может, лет 6 назад мне звонит моя кума и, мол, ой, слушай, закажи спортивный костюм, что ты дарила Юре, так классно выносился, он просто с него вырос, сейчас меньшему передаю, нужен нам на размер больше. Говорю, так давай я тебя зарегистрирую, и ты сама закажешь. Она, о, не, у тебя дешевле. Говорю, а кто тебе сказал, что у меня дешевле? Да, я думала, ты директор, у тебя другие цены. Говорю, нет, цены у всех одинаковые. И в итоге я ее зарегистрировала, заказала ей этот спортивный костюм. Она, конечно, получила на автомате, можно сказать, подарок, так как все мы знаем, что новички получают подарки. И в итоге, вот это было, может, лет 7 назад. И в итоге, вот уже 7 лет, Наташа со мной делает заказы и делает заказы 50-100 баллов. А я могла бы не зарегистрировать ее, и она могла бы быть зарегистрирована где-нибудь в другом месте. Вот таким вот образом подарочки приводят к тому, что сейчас все-все-все у меня зарегистрированы. Дальше. Недавно у нас появились парфюмированные странички в каталоге, а раньше их не было. И то, ну, вы сами все знаете, что люди хотят, особенно если парфюм неизвестный, все понюхать. Как это делается? Значит, если нет блотеров, раньше у нас были в продаже Фаберлик блотеры, сейчас нет, я заказываю на Валберис, там огромная упаковка, их даже можно разрезать. Вот, к примеру, берем любую водичку. Вот, вода Элисар, которая не из бюджетных, то есть она подороже сейчас на очень классной скидке. Значит, ну, так как у меня офис, меня все в полноценных флаконах, у вас, если вы хотите делать 100 баллов, у вас должны быть все пробники водичек. Девочки, это не значит, что надо всех 80 купить, но каждый каталог возьмите себе в привычку 10 пробников. Тем более, если вы делаете 100 баллов, вам даются пробники по скидке. Так, хорошо, спасибо, что пишете. В итоге я наношу на блотер, степлером прикрепила. И в итоге человек, когда доходит до этой странички, а блотеры – это специальные полосочки, которые держат долго аромат. И он обязательно понюхает эту водичку. Так я вот сейчас рассказываю. Просмотрели каталог, посмотрели те воды, которые на акции. Посмотрели. Вы всегда должны клиента своего ставить, точнее себя, на место клиента. Вот вы, когда заходите в магазин, вы же всегда смотрите, что на акции. Так? Так. Очень мало кто смотрит, что не на акции. Точно так и человек. А воды у нас дают самые хорошие баллы. Пересмотрели каталог и сделали, если блотеров нет, не расстраивайтесь. У всех, у детей есть альбом. Берем альбом и листик чикаем на полосочки. Все. Дальше степлером бац и прикрепили. Но не делайте много таких страничек. Почему? Потому что будет некрасиво смотреться. Здесь будет очень широко. Ну, некрасиво будет смотреться. Сделайте две женских, две мужских. Свеженькую, сладенькую. Мужскую тоже свеженькую, сладенькую. Дальше. Люба, классно подсказывает. То есть, к примеру, у тебя человек все время, к примеру, берет бытовуху. Один заказ приносишь, это тебе в подарочек. И самую популярненькую воду подарили. Тем более, если это твой постоянный клиент, ты примерно знаешь, чем от человека пахнет. То есть, какой водичкой? Свежей, сладкой, пряной, цветочной или вообще, может быть, шипр. То есть, ты примерно знаешь, что человек любит. И вот примерно подарили. А если человек наоборот берет у тебя только кремики, значит можно подарить средства,
допустим, там, да, духовок или пятновыводитель подарок. Это первое. Второе. Так, про это я сказала. Делать цветные закладки. Что такое делать цветные закладки? Это еще раз повторюсь. Я сейчас так не работаю, потому что я с каталогом не работаю. Я это все делала, чтобы наработать себе клиентуру. Так как вы варитесь в этом всем, вы знаете, что где на акции. И можно сделать, открываем каталог, здесь, значит, прикрепляем, так как у меня есть принтер, я печатала, если у вас нет принтера, просто красивым почерком пишем самые выгодные покупки, и страница такая-то, можно сделать так, или же сделать цветные закладки, то есть купи выгодно и написали, допустим, фиолетовым парфюм, там, допустим, оранжевым уход за телом, к примеру, там, голубой косметика для дома. Это здесь сделали как бы подсказку человеку. А сами сейчас у нас столько различных аксессуарчиков продаются. Купите, как они называются, девочки, цветные вот такие клейкие полосочки, как они называются, кто помнит? Вот, и в итоге поделали такие закладочки, вот, по вашим трем пунктикам, отметили, сделали, допустим, 5 голубеньких, 5 оранжевеньких и 5 розовеньких, вот стикеры. И человек открывает, и здесь сразу такая памятка, ага, и он смотрит, 5 голубых, и вы даже облегчили ему работу, чтобы не смотреть 372 странички. И он сразу, так, меня интересует косметика, ну, бытовая химия. Он бац, посмотрел все по синеньким. Так, мне, значит, закажи это. И еще раз повторюсь, вы можете сделать хоть 7 цветов. Главное, правильно обзовите. Срабатывает на 1000000%. Но парфюмерные странички, девочки, срабатывают очень классно. Кстати, я здесь не вписала, никогда не выбрасывайте, не сдавайте в макулатуру старые каталоги. Это просто грубейшая ошибка. Это ваша бесплатная реклама. Самая бесплатная реклама. Значит, здесь многие делают наклейку. То есть, или вырезали, или делают наклейку. Или можно степлером красивенько прицепить, что ваш консультант такой-то, такой-то, или ваш помощник. Гид по каталогу можно подписать, такой-то, такой-то. Регномер обязательно на всякий случай пишите. Это 100% свой телефончик. Дальше здесь о текущих ценах узнать по такому-то каталогу. И опять же сделать вот такой вот, так как акции не пойдут, но гид парфюмов можно. И в итоге человеку, допустим, понравилось о Феерик. Но он видит, что старый каталог, но он знает, куда обратиться. Он или позвонил, или написал. Юля, мне очень понравилась водичка Оферик, сколько она сейчас стоит? Ты говоришь, она сейчас стоит 23 рубля, могу тебе организовать за 20. Ого, конечно, беру. Вы скинули человеку 3 рубля, там на доставку вам чуть-чуть осталось, но у вас сразу, к примеру, 11 баллов. Если есть вопросы, спрашивайте сразу. Дальше. Когда я работала с каталогом, это, правда, было, девчонки, давно, можно сказать, я почти 2 года работала с каталогом на основной работе. У меня всегда на каталоге было написано, ну, брошюрка, листик прикрепленный, было написано, при заказе на 29 рублей скидка 20%. Ну, тогда у меня было по-другому написано, потому что у нас была другая минимальная сумма. Почему? Потому что, так как я тогда работала на продажах, мне никто не задавал вопрос сделать скидку. Человек знал, он покупает на 29 рублей, я ему делаю скидку 20%. Он не покупает на 29 рублей, я ему не делаю скидку. Это было в самом начале, почему я рассказываю так подробно. Потом я под эту акцию начала всех регистрировать. Сейчас, когда я просто человеку даю каталог, я всегда говорю, у нас действует постоянная акция при заказе на 29 рублей, скидка 20%. Все.
Или же мне человек звонит, выбрал, допустим, воду за 23 рубля. Я всегда говорю, смотрите, у нас действует постоянная акция при заказе на 29 рублей, скидка 20%. Вы можете дозаказать что-нибудь на 6 рублей и заплатите те же 24 рубля, но, допустим, там средство для посуды вам выйдет бесплатно. О, давай, классно. Телефон, она мне звонит, уже есть. Как ее зовут, я тоже, ну, в основном знаю. В итоге дату рождения, город, ну, логически понятно, что Драгичин. Все, регистрация на человеку сделала заказ и с каталогом 24 рубля он заплатил. Вот таким вот образом у меня все сейчас зарегистрированы мои знакомые. Поэтому у меня не было очень долго бьюти-чата, потому что куда, кого туда добавлять? Я и я. Дальше. Была такая акция при заказе парфюма, но здесь нужно указать, потому что раньше у нас не было маленьких водичек, а сейчас у нас есть маленькие водички, там на 15-30 миллилитров. Поэтому смотрите сами. При заказе парфюма 15 миллилитров мыло в подарок. Вот сейчас, кстати, не знаю, сегодня или есть, вчера у нас в Беларуси запустили с ограниченным сроком годности. Поставьте троечки, кто воспользовался этой распродажей с ограниченным сроком годности. Опять же, не знаю, или есть в России. Я просто к чему? Что там по 90 копеек было мыло ручной работы. Она манго, наверное. Вот. В итоге их можно было бы набрать сколько хотите, девчонки. Во-первых, оно из дорогих 3,49 обычно. Вот. Во-вторых, сами можно пользоваться. В-третьих, вот сейчас праздники 8 марта, даже чисто презентики сделать своим постоянным клиентам. И опять же на эту акцию. При заказе парфюма мыло в подарок. Вот человеку ты отдаешь водичку Офеерик, обязательно в пакетике, поэтому у нас есть дешевые пакеты по 9 копеек, опять же говорю про Беларусь. И туда положили красивенько мыльце. Это тебе презентик. Этот человек от вас никуда не уйдет. Сколько раз у меня было, что мои девчонки где-то на работе кто-то принесет каталог, они высмотрят, выпишут девочки даже артикулы, а звонят Оле и заказывают. Все. А сейчас, в последнее время, расскажу вам, как я людям преподношу заказы. Смотрите. Я делаю заказ на себя, если это минимальный заказ, делаю заказ на себя, утверждаю. Дальше под каждым чеком есть печать. Нажимаю печать, распечатываю этот чек и человеку отдаю заказ с этим своим чеком. В итоге у меня нет вопросов, почему доставка. Вот тебе в чеке написано 21:36. Они мне все сразу оплачивают на мой регномер, это 100%. Дальше рассказываю, дальше как я делаю. К примеру, человек у меня заказал Волкана, допустим. Вот, я ей так сделала. Нет минимального заказа, но человек захотел Волкана. Вот, пожалуйста. Дальше я разутверждаю этот заказ. Так, и, к примеру, у Волкана у меня есть три скидки 70%, два за 100 баллов и одна лайк. И, в принципе, они мне не нужны. И баллов у меня предостаточно. То есть, если вам баллы нужны, так не делайте. Я это к примеру рассказываю. В итоге я эту Волкана беру с 70% скидкой, а человеку отдаю с этим чеком. Кто такое знал, ставим пятерочку. Но еще раз, девчонки, повторяю, что это я так попробовала, хорошо заходит. Да, вот. Но у меня привычка, все всегда заказы человеку до вот этой распечатки я всегда выдавала как бы со своим чеком. Ну, это так обзовем. То есть всегда на листике было написано, кто, телефон, дальше, допустим, жидкое мыло, цена, там, крем для рук, цена, то цена, то цена, и того. То есть каждый человек у меня получал заказ с описанием и ценами.
Вот, то есть не так, что я просто отдала в руку там россыпью, вот тебе, пожалуйста, кремля рук, туши, человек вот так вот пошел. Нет, все всегда отдается в пакетике, и, ну, сейчас я вот так вот распечатываю, а тогда я просто писала на листике. Дальше, как только приходит новый каталог, раньше я смотрела сразу, как только понедельник, сразу мне было так интересно, смотрела в интернете. Сейчас мне реально некогда. И вот вчера посмотрела, правда, уже новиночки, потому что сейчас у нас задержка в Беларуси с каталогами. Извините, уже почти неделя пришла, а я каталог не видела. А так, как только приходит каталог, и я посвящаю один вечер, и подробненько-подробненько смотрю этот каталог. Просто подробненько. Смотрю, что себе нужно взять, и смотрю на то, что на акции. Для чего? Потому что, еще раз повторюсь, у меня хорошая память, кто что берет. В итоге я сразу выписываю, что краска столько-то, вода такая-то, допустим, столько-то. Вот есть у меня девочка-любитель кислородного бальзама столько-то. Вот я уже посмотрела следующий каталог и смотрю, что в следующем каталоге кислородный бальзам девочки и пенка для умывания Axiology 28 рублей по каталогу. А кислородный бальзам 1,23. Представляете, какая акция? Вот, я уже это все посмотрела. И я сразу уведомляю людей. Сейчас у нас мессенджеры. Неважно, сколько времени. Привет! Завтра твой кислород. Ой, завтра. В новом каталоге с такого-то числа твой кислородный бальзам на акции. И цену написала, по которой я готова ей это отдать. О, круто, возьми мне. Все. И вот таким вот образом еще не начался каталог. У меня уже собраны заказы на каталог. Но еще раз повторюсь, у меня хорошая память. Если у вас память не очень, пожалуйста, можете завести Google таблицу, можете завести документ Word, но у каждого у нас есть блокнотики, тетрадки и так далее. Лучше всего завести тетрадку на каждого человека и подписать «Олеся» и список, что она у тебя купила. И лучше всего поставить дату, когда она это у тебя купила. Почему это хорошо делать? Потому что все имеет свойство заканчиваться. Вот тебе не хватает баллов, ты листаешь тетрадочку. Ага, Олеся у меня в феврале, что у нас сейчас, допустим, в ноябре брала тушь. И она сейчас на акции. 100% эта тушь у нее закончилась. Возле Олеси у тебя телефончик. Или позвонила, или на Вайбер написала. Олеся, привет, твоя тушь сейчас на акции, тебя взять? О, слушай, спасибо, что написала, я как раз хотела тебе написать, и все забываю, приду, там семейные проблемы, там то-то-то, все, закажи. Все. Еще пару страничек пролистала, и вот вам 30 баллов. Кто так делает? Поставьте шестерочки. Дальше. Я отношусь к каталогу и к покупкам как к походу в магазин. Рассказываю как. У меня уже очень много лет есть отдельный кошелек на косметику. То есть личный кошелек и кошелек на косметику, он не смешивается никогда. Рассказываю. Вот, к примеру, собрала заказы я с людей, собрала заказы я с себя. Значит, утвердила я заказ. Так, я вижу, сколько оплатить. Дальше я высчитала, сколько мне отдадут денег люди. Так высчитала. Дальше я смотрю, что я заказала, к примеру, на 31 рубль. С основного кошелька я достаю 31 рубль и ложу кошелек косметики. Все, 31 рубль я себе должна. Я бы все равно это купила, пошла бы в магазин, отдала бы тете, дяде, и я бы этих денег не увидела. Так я их положила в кошелек для оплаты заказов, которые дают мне баллы, благодаря которым я участвую во всех акциях, получаю все подарки и еще и зарабатываю очень неплохие деньги. Поэтому я бы все равно пошла в магазин. А рассказываю ошибки, которые делают очень многие люди, и в итоге они не могут ничего даже заказать лишнего. Значит, смотрите, если же мне лично ничего не нужно, к примеру, я утвердила заказ, мне за заказ нужно заплатить 73 рубля, но люди мне отдали 89 рублей, то есть, грубо говоря, 16 рублей выручки. Что все делают?
ура, я 16 рублей заработала. И бац, положили себе в кошелек, пошли хлеба купили, молока, еще что-нибудь. Кто так делает, поставьте семерочку. Как делаю я? Не сейчас, девочки. Я в сетевом с 2009 года. И я это просекла еще тогда. А как делала я? Я молодец. Я заработала 16 рублей. Поэтому сейчас на акции моя любимая тушь. Я закажу 4 туши. Заказала, и они у меня лежат. Баллы есть? Есть. Туши срок хороший? Хороший. Потом тебе звонят. Оля, может, у тебя есть тушь? Слушай, закончилась, совсем забыла, бла-бла-бла. Да, конечно, есть. А сейчас, девочки, эта тушь, которую я брала по 5 рублей, сейчас по 10 рублей. 10 рублей минус 20%, 8 рублей. Есть тушь, 8 рублей. О, слушай, принеси мне, я тебе завтра деньги отдам. Я приношу, и в итоге с 5 рублей я сделала 8. И с 5 рублей я положила 8 рублей в кошелек. 3 рубля на вар, а у меня 4 туши. Понимаете, о чем я говорю? И вот это все в итоге круговорот денег привел к тому, что я могу заказывать лишний товар всегда. У меня всегда в наличии есть пару водичек, мужских и женских. У меня всегда есть крем для рук, для ног, шампунь, пена для бритья. Что там еще? Бытовая химия по одному наименованию самого популярного, шоколадка и так далее. Потому что, во-первых, ни с того ни с сего пригласили в гости. Ты же не пойдешь с пустыми руками, но у тебя есть личная коробочка, откуда можно взять, зайти и подарить. И оно все оплачено, и ты за это еще и деньги уже получила. Поэтому, еще раз повторюсь, тот из моих девчонок, кто меня услышал и кто завел отдельный кошелек, у них нет вопросов, как делать 100 баллов. А не выручку быстрее спустить куда? Девчонки, куда уходит наша вся еда? В унитаз. Все здесь. Меня иногда, открою вам секрет, здесь может быть больше денег, чем в личном кошельке. И иногда я могу на заправку взять отсюда. Но есть записка такая вот. Положить в косметику столько-то. Но так как сейчас я уже на другом, как говорится, немножко уровне, вот моя записочка. И написано, забрать с косметики, там за минусом 59 рублей. Почему? Потому что я своими деньгами оплатила свои заказы, а мне люди должны деньги. Еще раз повторюсь, я не смешиваю личный кошелек и кошелек Faberlic. Поэтому, когда мне люди отдадут деньги, я 59 рублей отсюда положу туда. Все. И это я уже делаю 12 лет. И мне это никто не подсказывал. Я просто поняла, пока я не буду относиться к Faberlic как к настоящему бизнесу, своему интернет-магазину, у нас не будет денег. Дальше. Так, про это я уже говорила, что все знают, что у меня только Faberlic. Это я говорила. Дальше. Все, неважно, как вы к ним относитесь, должны знать, что вы Faberlic. Позавчера у меня была такая регистрация на страничке, которой я вообще не захожу. Ну, точнее, захожу, может, 3 раза в неделю. Я захожу, мне написала женщина, я еще обратила внимание, в 2018 году, когда мы работали картинками с поздравлялками, я ей писала, там, с днем рождения, человек мне ничего не ответил. Я вчера захожу, не вчера, в понедельник, она мне прислала скрин, не мой, где набор для маникюра, наша картиночка, 18 там с чем-то рублей. Мол, Ольга, добрый день, можно заказать. Да, конечно, вы откуда? Оказалось, она с деревни, с моего района. Вот, я уже хотела, ну, как бы на себя сделать заказ, потому что же минимального заказа нет. И она такая говорит, а мне нужно 2. Думаю, круто,
У вас дисконт есть? Нету. Я ее быстренько регистрирую, и 6 баллов у меня в копилочке. И человек вчера уже оплатил. Я просто к чему? Что человек тогда мне не ответил, но я-то на страничке у него осталась, и он где-то увидел, но он знает, что есть ИП Ольга Карпович из Драгичина. Зачем ему идти в Минск или Москву, если у него есть вот с его города Ольга Карпович? Вот и все. Поэтому еще раз говорю, все-все-все должны знать, что вы строите бизнес Faberlic. Не занимаетесь, девочки, Faberlic. Если вы занимаетесь Faberlic, тогда я вам могу сказать, у вас не будет денег, потому что у вас это хобби. Вы занимаетесь Faberlic, точно так, как вы занимаетесь вязанием, там, цветочками, там еще чем-нибудь. Кашеварите, котлеты у вас самые вкусные. Вы строите бизнес Faberlic. Бьюти-чат я уже говорила. Кстати, про бьюти-чат. Добавьте туда обязательно взаимопрокачку. То есть, если вы с одного проекта, с одной команды, вдруг другу добавьтесь и просто делать там цена или подсказать: о, классная тушь, спасибо, себе тоже закажу, чтобы делать движуху в чате. Дальше, писать только честные отзывы. Не с сайта, что все могут прочитать, это, девочки, чувствуется, а честные личные отзывы. Кто видел вчера мой кружочек про то, как у меня растут волосики после наших средств? Вот, поставьте семерочку. Я просто к чему рассказываю? Я же не только в Телеграм написала, это вышло везде, во всех соцсетях, во всех мессенджерах и так далее. И вчера захожу, девушка на моем ПВ заказала весь уход с крестиком по уходу за волосами. Кто молодец? Оля молодец, хотя она не моя структура, но мне товарооборот на ПВ тоже нужен. Нужен? Нужен. Поэтому не скрывайте, девочки, все, что вам нравится. Когда вы пишете отзывы на эмоциях, люди это чувствуют, люди это цепляют. Пишите это везде, во всех чатах, неважно, ваши там люди, не ваши, неважно. Вы кому-то поможете что-то продать, а потом кто-то вам поможет тоже что-то продать. Вот и все. Поэтому сразу, у меня сколько раз было, я опаздываю на ПВ, знаю, что сейчас привезут товар, но я вот что-то сделала, вот допустим вчера я опаздывала, но я понимаю, если я не запишу кружочек, в следующий раз я забуду. И я быстро на эмоциях записываю кружочек. Все, села себе и уехала. От меня за эту минутку-две не уходит. Или же, если вам вообще некогда это написать, вы быстренько сфотографировали, затем сидите где-то в очереди. Вот я, например, сижу, машину разогреваю минут 5-7. Я быстренько пишу отзыв и потом во все чаты. Да, 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 потому что на эмоциях быстро сделала. А если бы пришла, положила ту кепку себе где-нибудь, и кепка бы лежала бы неизвестно или носила бы, и больше никто даже не узнал бы, что у нас есть такие классные кепки. Так, про рассказывать на эмоциях рассказала. Так, и что с собой должна быть Faberlic, то есть вы, а если у вас еще и сумка Faberlic, девочки, все. Спасибо, по-моему, Свете Леоновец, по-моему, она про сумку бордовую отзыв кидала. Конечно, все везде вышло. 2 заказа. Так что, Света, спасибо. Так, все, про это я рассказала. Вот, допустим, вчерашний мой отзыв. Дальше, кто не в курсе, у меня вот эти баночки из-под пятновыводителя и отбеливателя, ничего не выбрасывается. Абсолютно. Сначала у меня все забирал муж на свои различные шурупчики, болтики, гвоздики и так далее. Потом он набрался этим всем. Мне, кстати, это не я додумалась, это мне постоянная клиентка подсказала, что сверху подписывать, вы все знаете, что у нас порошок, ну, как бы, если еще Гринли есть закрывашка, можно сказать, то в этих нету. В итоге я все-все-все пересыпаю, у меня все подписано, где какой порошок. Вот, дальше, почему я рассказываю, почему я их не выбрасываю. Все, что у меня закончилось, я везу на ПВ. И там вот не надо далеко идти. Вчера забирала девочка, заказ не моя структура,
Просто забирала набор, где-то по интернету заказала, и сразу, ой, а вы порошок пробовали? Ой, он такой маленький, ой, я стираю через день. Ну, там сразу давай причитать, я ее сразу успокоила, бла-бла-бла, там все рассказала, то-то, все. К чему я рассказываю? У меня ложки есть всегда, я их дарю. И сразу, вот вам ложечка, значит, на большую стирку. Целая ложка на маленькую стирку, пол ложки. Посмотрите, вам этого порошка хватит на полтора, а то и два месяца. Сразу ей сказала, что нужно напусто запустить машинку, чтобы почистить и так далее и тому подобное. Если у меня есть эти банки в запасе, я людям отдаю банки сразу с ложкой. Понимаете? И человек сразу по-другому к тебе относится. То есть я к чему? У вас эти банки, если, допустим, остаются, кто-то у вас заказывает порошок, предложите эту баночку. Вы посмотрите, человек не подумает, ой, думает, я там немощная. Он абсолютно этого не подумает. Он наоборот вас будет благодарить, что вы про него подумали и предложили вот такую сменную банку. Кто про это знал? Дальше, опять же, все мои отзывы, заранее прошу прощения за такое качество фотографий, это все фотки на старый мой телефон, и плюс этим вещам уже очень-очень много лет, но еще раз повторюсь, это все полностью образы от Faberlic. Вот в первом отзыве жакет мой любимый, я его часто ношу всегда с двумя блузками, такой классный отзыв. Здесь жаккардовые синие штаны, я, девчонки, их сносила уже 3 пары. С ними абсолютно ничего не становится, просто из-за того, что там очень много... слово вылетело. Очень хорошо тянется, что там, эластана или как. И в итоге получается, сзади... ниточки начали торчать, и знаете, ну, как бы некрасиво, а так с ними абсолютно ничего не становится, абсолютно. Вот, второй образ, блузка, вот этот у меня костюм, это жакет, брюки снизу тоже с кружевами, и юбка такая есть. Дальше, третий образ, костюм от Юдашкина. Четвертый образ, здесь не видно, юбка синяя с люрексом и блузка, очень нарядная, вообще крутейшая. Дальше, пятый образ, моя тоже любимая блузка, это все девочки наши. Сумка наша от Юдашкина, она у меня до сих пор есть, вообще шикарнейше носится, ей может лет 5. Их, наверное, у меня 3 или 4 купили, у меня увидев. Ремень, опять же, те брюки жаккардовые. Дальше, шестой образ, черная блузка, очень классная, удлиненная, кожаные леггинсы, которые здесь не видно, что кожаные. Ну и седьмой образ, опять же, ремень и костюм от Юдашкина, который много фотосессий. Это все Faberlic. Я бы все равно это покупала. Раньше, девочки, я на дорогие вещи не обращала внимания. Как посмотришь, ой, дорого, ой, дорого. Пока пару раз перед фотосессией мне нужен был костюм. Я походила по магазинам. Цены или точно такие же, или еще дороже. А здесь я понимаю, что мне будут баллы. И баллы немалые, так как это дорогой продукт. Зачем мне где-то ходить? Тем более, если вы на объемной скидке, у вас еще и скидка сработает. Дальше, то, что я говорила, я с огромным стажем VIP, мне уже дают 2 продукта с 70% скидкой, имею в виду одежду. Если мне нужно, я беру себе, если мне вообще ничего не нужно, и я знаю, что у меня сгорит скидка, потому что мы знаем, что VIP можно в течение трех каталогов забрать, я даже иногда раздаю своим девчонкам, предлагаю, может, кому-то нужно. Кто-то водолазки берет, кто-то костюмы, вот, допустим, блузку я себе брала, толстовку, брюки, ну просто Беларусь может еще ориентируется в ценах, Россия может не очень, но скидка очень и очень хорошая, и плюс тоже дает баллы. Вот, ночную сорочку из домашней, но я ее брала как не сорочку, она, ну, я не люблю спать так полностью закрытая, то еще с рукавами, я ее брала специально 52 размер, то есть, чтобы чуть-чуть побольше, я ее использую как домашнее платьице. Вот, мой любимый бюстгальтер Essential, вообще шикарный, в нем как будто на тебя его специально сделали. Смотрите, какая цена. 12 рублей, девочки, трусы дороже, извините за подробности. Я это заработала. Дальше то, что я говорила, распределение
VIP новых покупателей. Ну, правда, видите, последний ко мне приходил VIP 28.01, но все равно. Вот мои привилегии. Очень редко бывает, но, по-моему, со вчерашнего или позавчерашнего дня начала действовать закрытая распродажа для VIP-консультантов. Она в категории VIP. Вот, я ее даже еще очень сильно не изучала, потому что у меня пока болела сейчас куча вебинаров, но цены очень классные. И если раньше у меня срабатывало, девочки, мышление бедного, рассказываю свои ошибки, сейчас я подробненько изучаю вот эту акцию, там очень много коктейлей, и я постоянно уведомляю своих покупателей, которые любят, вот, допустим, Омега и так далее, что могу взять по акции. Она все равно пропадет, потому что эта акция на неделю. Она все равно пропадет, а мне баллы нужны. Слушай, могу тебе взять коктейль за 30, там, 5 рублей. А он, девочки, своя цена сколько? 42, наверное, да? Извините, 7 рублей, тоже хорошая скидка. А мне хорошие баллы. Опять же, там сиденье, подушка и так далее. Дальше вот продукт категории бизнес. Каждый каталог мне дают три продукта категории бизнес. Вот видите, я вам специально сделала скрин. За третий каталог я еще не забирала. За второй каталог у меня осталась одна штука. Я много что себе набрала перед Новым годом, так как это идет на автозаказ. Я брала ручки, блокноты, ежедневники и так далее. И затем на Новый год своим постоянным покупателям дарила эксклюзивные ручки. Там, по-моему, 4 вида. Я сначала их заказала, посмотрела, как они, какого качества и так далее. Потому что, ну, сами понимаете, все-таки нужно подарить презентабельно. И затем всем подарила. Вот вчера, позавчера было 23 февраля, я водителю подарила презент и ручку красивенькую, серенькую нашу подарила. И, кстати, вчера моя постоянная клиентка попросила флешку и органайзер, чтобы я ей заказала. Я делаю так, как я вам рассказывала. С чеком совсем вот пришло, оно баллов не дает, бизнес-аксессуары, но человек будет доволен, что я ей сделала и заказала то, что, ну, она не может заказать, но хочет. Дальше 70% я еще не забирала вот за третий каталог. И вот, как я говорила, два продукта одежды с 70% скидкой. Те подарки, которые я уже получила. Еще раз повторюсь, может что-то потеряла, потому что, понимаете, за 11 лет, но сразу вам скажу, сначала у нас не было никаких подарков. Года 3 точно, как я пришла. А потом компания всегда работает с консультантами, спрашивала, интересовалась, писали в обратную связь. Потом мы знаем, что наши директора часто летают в Москву, какие-то свои предложения, и с тех пор начали дарить подарки. Значит, у меня есть сумка для ноутбука коричневая. Тогда тоже был и сумка на колесах, и ноутбук. Я вышла только на ноутбук. Потом через некоторое время повторили. В итоге я вышла и на ноутбук, и на сумку. Ой, на ноутбук. На сумку для ноутбука и сумку на колесиках. Сумку на колесиках уже обновила не один раз в путешествие, но она очень огромная. То есть вот если мы вдвоем ездим, то, что нужно. Сумка для ноутбука, я с ней хожу как с портфельчиком, а одна лежит новенькая у меня еще. И я люблю дарить подарочки, люблю проводить различные розыгрыши, поэтому вполне возможно, когда-нибудь она будет у меня с применением. Дальше халат. На белый халат я не вышла, а халат бордовый у меня есть. Два набора полотенцев. Белые, то есть тогда дарили и белые полотенца, и халат. На полотенце вышла, на халат я не вышла. Второй раз дарили, уже многие из вас тоже получили цветные полотенца. Там были сиреневые и голубые, по-моему. Дальше зимний набор стеклянной посуды плюс скатерть. Это был самый первый подарок для VIP. Огромный комплект для сервировки. Вот, девочки, просто огромный. Там и заварник, и сахарница, и стеклянные, там посуда у нас вся квадратная. И большие, и поменьше. Ну, очень-очень много чего. У меня до сих пор оно есть. Оно вот именно зимнее, то есть всегда на Новый год красивая сервировка в зимней теме. Дальше набор столовых приборов из стали.
Они у меня на офисе пока лежат как образец. Очень много у меня людей спрашивали, почем продаю и так далее. Я говорю, девочки, нет, нет и еще раз нет. Я подарки не продаю. Я их максимум могу подарить, но этот мне жалко подарить, я сама буду пользоваться. Вот. Также на офисе у меня стоит рюкзак для путешествий. Просто мы сейчас никуда не ездим, а так есть классный рюкзак специальный для путешествий на 4 персоны. Там вилки, ложки, ножи, тарелки, стаканы, фужеры, салфетки и еще что-то. То есть можно и еду положить, и плюс вот это все. Дальше. Поднос с подсветкой. Тоже вот к Новому году где-то был, и два стакана на Новый год. Это были вот такие различные аксессуарчики. А вот с 2019 года нам дарили уже пылесос, на который я автоматически вышла, потому что я же делаю 100 баллов. Мультиповар. Пылесос вообще мой любимчик. Мультиповар очень редко, девочки, скажу честно. Не знаю почему, но как-то очень редко. 300 белорусских рублей на покупки, которые, конечно, я потратила с удовольствием. Набор постельного белья раньше нас дарили, потом опять недавно дарили опять набор постельного белья и плюс покрывало. Это все я вышла автоматически, не напрягаясь, потому что я делаю 100 баллов. А сейчас, девочки, я когда услышала парогенератор, я была в шоке. И мне очень нравится это выражение. Купить пылесос, мультиповар, чемодан, постельное белье, парогенератор и многое другое может любой, если ему это нужно. А вот получить в подарок, да еще шикарного качества, вопросик, на какой работе такие подарочки делают? Не знаю, на моей работе мои подарки были коробка конфет и шоколад на Новый год. И то это в приюте. На других школах меня не дарили, потому что не положено. Кому-то дарили, а кому-то нет. Поэтому, девчонки, сейчас мега крутая возможность вступить вот в эту акцию. Я уже заканчиваю. И условия, как всегда, делай 100 баллов 8 каталогов, то есть 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, с 4 по 11 каталог. Плюс не забываем, что кто начнет делать, он восстановит VIP-стаж автоматически, девочки, предыдущий слайд помним. Дальше, такого никогда, девочки, не было. Когда на пылесос было, можно пропустить один раз, но потом нужно сделать двойную порцию, 200. То есть, чтобы в сумме у вас 100% было 800 баллов. Ну, вы понимаете, 8 каталогов по 100 баллов, 800 баллов. Здесь же компания учла очень многие нюансы, сезоны продажи, т.д. и т.п. И смотрите, в случае пропуска из одного из периодов действия акции у вас сохраняется возможность участвовать в акции при выполнении личного объема от 200 баллов в следующем каталоге после пропуска. Количество восстановлений в акции не ограничено. Представляете? То есть, грубо говоря, твоя задача главное сделать 800 баллов с 4 по 11 каталог. А как ты будешь делать? Это твои проблемы. Да, Катя, только в 11-м, чтобы тебя обязательно было 11, 100. То есть, грубо говоря, ты можешь сделать в 4-м 100, в 5-м 100, 6-й, 7-й пропустить, в 8-м 200, в 9-м 200, там опять по 100. Главное, чтобы у тебя было 800. Но еще раз повторюсь, 200 баллов сделать сложнее, чем 100. Поэтому, девочки, не скупитесь. Уведомьте всех своих клиентов, что, девочки, у меня для вас шикарная акция, шикарная возможность. Я хочу участвовать в мега крутой акции. Даже можете не говорить людям, потому что если вы скажете, а так как я человеческий фактор знаю очень хорошо, они нет. Она за счет нас получит. Там мультиповар, парогенератор, да никогда. Такое будет, девочки. Родственники, может, нет, но такое будет. А так лучше всего, девочки, я хочу участвовать в акции, поэтому, если вам что-то нужно, заказывайте у меня, сделаю по своей скидке. Все. Но главное здесь уже сдержать свое слово, что сделаю по скидке.
Я думаю, все читали про парогенератор. Очень классный. Мне повезло, так как я не раз была у Оксаны. У нее давным-давно парогенератор. Я им пользовалась. Но открою вам большой секрет. Два раза я им обожглась с непривычки. Нужно, конечно, привыкнуть. Но вещь мега крутая. Особенно для меня, которая не любит заниматься утюжкой. Особенно с этой тюлью, что у меня. Это вам просто не передать. Парогенератор с этим будет справляться на ура. Дальше помню, как я купила себе плащ, носила специально, чтобы мне отпаривали. Сейчас не нужно будет это делать, девочки, это очень круто. Поэтому, девчонки, у нас мега крутой проект, у нас мега крутая команда, которая всему вас научит. Ваша задача, особенно если вы в бизнесе, по максимуму уведомить всех, не решая за человека. Ой, он не будет участвовать. А ты такое знаешь. Может, ее именно парогенератор и вдохновит. Просто научитесь сами делать 100 баллов. Вы научите всех своих людей делать 100 баллов. И, девчонки, секрет секретов. 30 человек, да по 100 баллов. Вы директор, и плюс сразу вы его закрыли. Как вам эта новость? Опять же, кого нет в бьюти, в чате, в ведении бьюти-чата, пишите своему директору, наставнику, они вас добавят. Дальше, кто плохо знает продукцию, сами покупайте, сами читайте отзывы, везде выкладывайте. Ну, а кто хочет научиться ухаживать за собой, напоминаю, что я всегда набираю людей в наш клуб красоты и здоровья. И уже в следующее воскресенье будет очередная встреча. Пишите мне в личку, через анкету всех добавим. И поверьте, вы еще сами не знаете, на что ты способна, если этого очень захочешь. Второй кошелек, кто заведет, хвастайтесь. Парогенератор, я тебя жду, гладильная доска уже тебя тоже ждет. Всем спасибо, кто со мной остался до конца. Как всегда, я старалась быть вам полезной. Если есть вопросы, пишите, всегда отвечу. Всем успехов в продажах, девчонки. Пользуйтесь теми возможностями, которые нам дает компания. Подарки супер, продукция огонь. Цены приемлемые, тем более, девчонки, все знают в Беларуси про то, что творится с долларом. Вы представляете, как плачут те, у кого продукция зависит от валюты? Ну, об этом пусть они плачут. У нас все стабильно. Все, всем пока, всем до скорых встреч.